Вот так выглядит прилавок элитного московского ресторана. Еще сегодня барашек пасется в калмыцкой степи, кушает вкуснейшие и ароматнейшие травы, пьет минеральную воду, а уже через 35 часов его подадут как стейк из органического мяса. Все это возможно благодаря интернету. Если раньше торговая схема выглядела примерно следующим образом: производитель, магазин, покупатель, то теперь всего два звена. Это производитель и покупатель. Так выглядит торговля будущего. Когда она наступит, вопрос времени. Продуктовая корзина россиян. Что в ней лежит? Овощи и фрукты в магазинах, как правило, пластмассовые. Молоко не прокисает никогда. Прикосновенный запас гипермаркетов. Почему магазины больше не нужны, а люди не могут сами забрать продукты? Контейнер может в зависимости быть около 400 килограмм. Налейте это немедленно. Зачем фотографировать ценники? И восстание машин, или как роботы заменили людей в магазине? Есть такая визитная карточка, допустим, калмыцкой степи, вот Полынь. Да, сладенькая такая, ароматная. И мясо – это, возможно, единственный способ вот доставить вот это вот удовольствие аромата. Пасторальная картина калмыцкой степи. Бараны пасутся на лугах до самого горизонта. Так здесь повсеместно. Животноводство в республике – основа экономики. Баранина здесь, что нефть в Сибири – ценный, дорогой и экспортный ресурс. На сегодня на территории республики 2,3 миллиона овец. Это на 1 января столько у нас числилось. А сегодня с приплодом нас еще нужно прибавить где-то около 1,5 миллионов ягнят. Для того, чтобы овцы за один сезон не превратили Калмыкию в пустыню, поголовье скота постоянно держат на уровне 2,5 миллионов и используют нехитрую, но действенную схему пастбищеоборот. Один год животных пасут в одном месте, на следующий – в другом. В 21 веке мало что изменилось в разведении овец. Разве что чабаны пасут скот теперь на машинах, а в остальном технологии те же, что и века назад. Вольные поля и минеральная вода местных озер. Формируются особые качества мяса. Мясо сочное, очень вкусное. Естественно, там буквально все есть, и витамины, белки. Ну вот, если говорить о химическом составе, я должен сказать, что 63-64% влаги, 15-16% белка, 16-17% жира. Все это в сочетании создает очень прекрасные вкусовые качества калмыцкой баранины. Оказывается, баранина может быть без запаха, очень сочной и нежной. Все дело в вольном выпасе. Здесь вот у нас есть несколько факторов, которые влияют на то, что запаха не будет, и здесь очень высокие гарантии. Во-первых, вот пастбищные животные, да, оно гораздо, ну, во-первых, оно освобождено вот от аммиачных испарений, вот от вот запаха навоза, который, находясь в стойле, да, мясо впитывает. Забивается до полового созревания, это очень высокие гарантии отсутствия запаха гормонального. Большая часть калмыцкой баранины продается здесь же, в регионе. Александр Авадаев – один из немногих фермеров, кто сделал ход конем. И теперь мясо из степи, благодаря развитию интернет-технологий, напрямую поступает московским гурманам. Человек не просто покупатель, он еще может быть модератором, технологом. И при выборе товара ты можешь оставить комментарии. Пол, цвет, размер. Ну, то есть очень много нюансов. И ты в этот момент этим процессом можешь управлять, и это очень важно. В конечном итоге, благодаря интернету, потребитель сам создает свой продукт. В итоге мясо обходится дороже, чем в среднем по рынку. Столичные потребители предпочитают охлажденную баранину. Срок ее годности всего 12 дней.
Логистика в торговле, пожалуй, главная проблема. Авадаев обходится без столичного склада. На каждую тушу в Калмыкии у него уже есть покупатель в Москве. Но в крупных сетях все наоборот. Чем больше реальный склад, тем шире ассортимент в виртуальном магазине. Интернет-торговля, она позволяет сосредоточить в одном месте огромное количество товаров. И, соответственно, гипермаркет может быть и сравнится с набором по ассортименту, а вот небольшие магазинчики однозначно никогда не сравнятся. Каждый ритейл стремится минимизировать свои издержки, а интернет-торговля как раз и позволяет сделать это. Доставка до двери – это вершина айсберга. Самая большая его часть, как и положено, скрыта. Товары на складе все равно, что жители в городе. У каждого своя улица, то есть ряд, и дом, полка. Без полученной при разгрузке прописки найти тот или иной товар на складе было бы просто невозможно. Площадь этого продуктового мегаполиса 44 тысячи квадратных метров или 8 футбольных полей. Запас продуктов примерно на неделю. Заказы 350 тысяч клиентов собирает около 100 человек. Приходит задание. Тут написано складское место. Комплектовщик подходит к складскому месту. У него есть специальный сканер. Считывает складское место, потом выпадает задание. Именно какой товар нужно взять. На каждой продуктовой корзине наклеен штрих-код. За этими черточками скрывается реальный покупатель. Очень важно избегать ошибок, иначе возврат, а это издержки. Но система построена таким образом, что путаница исключена. Например, у нас дан взять томат помидорка. Если он не посмотрел туда, он может запутаться и взять, например, сок. И будет считывать его. И получается вот такая, типа, красная, звенящая, и очень утка сильно звенит. И он тебе пишет, что это не тот. Человек читает, что ему надо взять. Невозможно запутаться, потому что тут четко и ясно это все написано, куда что класть. И задание проходит, так ты спускаешься, собираешь около 6 этажей. Контейнер может в зависимости быть около 400 килограмм. Где по каждой улице нужно пройтись? Нет, тут написано вот 11 улица, 12. В общем... За смену комплектовщик берет с полок около 1000 товаров. По сути, за продуктами теперь ходят такие, как Катя. Это всего лишь вопрос времени, когда люди вообще перестанут ходить за молоком и хлебом. Это самое простое, я думаю, то, что есть. Сидишь дома, заказал, тебе привезли домой, все готово. Лет через 10, я думаю, сплошная интернет-торговля. Выйти в интернет стремятся не только большие сети, но и частники. Предприниматель Андрей Машук сначала пытался продавать органические продукты традиционным способом, но быстро перешел на веб-коммерцию. Возникла проблема. Мы не могли найти с моей женой продукцию, которая бы устраивала нас на нашем столе. Потому что овощи и фрукты в магазинах, как правило, пластмассовые. Молоко не прокисает никогда, хранится по полгода в холодильнике. Мясо, чаще всего в магазине видно, что оно размороженное. Машук доставляет продукты прямо с ферм до двери клиента в рекордно короткие сроки. Проходит всего 12 часов, прежде чем деревенское молоко оказывается на столе потребителя. У нас срок годности максимально 5 дней. Мы сегодня получаем продукцию сюда, на склад и на производство, с 6 до 9 часов вечера. Ночью мы ее перерабатываем, собираем заказы и, начиная с 9 часов утра, на следующий день уже доставляем. Крупные магазины не могут позволить себе и такую скорость поставки, и такие сроки хранения. 30, 40, 50 дней молоко. Вот у меня, допустим, в голове не укладывается, что же надо напихать в это молоко, чтобы оно полгода не пропадало. Я не могу понять, хотя много лет занимаюсь производством. И такие продукты продавать не хочу. Хочется продавать то, что ешь сам. А сам я молоко полугодовало не пью. Вместе с заказом клиенту привозят и сертификаты на продукты. А если что-то не устроило или отличается от фотографий в интернете, то это можно вернуть. Вообще слова «качество», «контроль» и «штрафы» бизнесмен произносит довольно часто. Поставщики магазина прямо с ферм – это не бабушка в деревне. Таких Машук называет подсобным хозяйством. Его фермеры – это довольно крупные хозяйства, которым он предъявляет собственные требования, которые порой строже ГОСТа.
Жуков Калужской области в народе зовется Калужской Швейцарией за визуальное сходство со страной банков и сыров. С коровами здесь тоже полный порядок. Каждая буренка хозяйства Возрождения носит умный ошейник. На нем хранится информация о рационе, мационе и надоях животного. К кормлению на ферме особый научный подход. У нас есть институт Боровский, институт физиологии и питания животных, который разрабатывает нам рецептуру для того, чтобы животное давало определенное количество молока, она вовремя имела потомство. Молоко хозяйства Возрождения через интернет продает Андрей Машук. Прежде чем нашелся поставщик, он почти 4 месяца объезжал соседние с Москвой области. За МКАДом не слишком верили в силу сетевой коммерции. Для того, чтобы их не пугать, сначала рассказывали о собственной рознице, а потом уже на втором-третьем знакомстве говорили о том, что это пойдет, что пойдут продажи через интернет. Месячный оборот интернет-магазина натуральных продуктов теперь 30-35 миллионов рублей. И практически неограниченный ассортимент товаров с ограниченным сроком годности и безграничными возможностями для реализации. Полка «Самобранка». Почему она никогда не опустеет и можно ли больше не смотреть на срок годности? Контроль сроков годности будет происходить автоматически. То есть полка скажет, какой товар в настоящий момент находится на полке и скажет о том, что есть на полке просроченный товар. Налейте это немедленно. Зачем фотографировать ценники и восстание машин или как роботы заменили людей в магазине? В магазин, как в музей. Зачем туда ходить, если ничего не покупаешь? Ты можешь увидеть телевизор в интернете, но ты никогда не узнаешь, как он показывает, пока не увидишь его в реальности. О том, как будут выглядеть магазины в будущем, торговые сети думают уже сейчас. Небольшая комната, имитирующая супермаркет, настоящая лаборатория. Здесь специалисты крупнейшего ритейлера страны ставят множество экспериментов над разными радиочастотными метками. RFID в будущем заменят привычные штрих-коды на упаковке. Эта RFID-метка, она состоит из антенны, которая активируется только тогда, когда посылается на нее сигнал, и состоит из чипа. Технология радиочастотной идентификации активно проникает в торговлю. На крохотном чипе хранится вся информация о товаре: производитель, условия хранения, логистика, цена, срок годности. В магазине будущего не нужен будет даже кассир. Всю работу человеческую сделают роботы. Потрудиться придется только покупателю, чтобы наполнить продуктовую корзину, а затем поместить ее в специальный сканер. Прикладываем карту. Сейчас все наши товары были просканированы за считанные секунды. У человека, живого кассира, это заняло бы, ну, не вечность, но как минимум в 3 раза больше времени. Внедрению технологии в магазины мешает цена. Метка, конечно, дешевеет, но все еще обходится дороже человеческого труда. Но главная проблема – она не всегда считывается. RFID не боится влаги, но некоторые упаковки приводят кремниевых малюток в замешательство. Уже изучено поведение 5000 единиц товаров. 66% продуктов стабильно работают с RFID. 9% с технологией не дружат. Это значит, что почти десятая часть всего ассортимента супермаркетов может исчезнуть с полок, если решение не будет найдено. Это, конечно, пугает продавцов, но метки станут частью упаковки, а значит, головной болью производителя. Супермаркет будущего будет магазином абсолютного самообслуживания. У нас представлен широкий ассортимент именно жидкостей, чтобы продемонстрировать, что проблем, вот я специально возьму, положу много жидкостей. Да и печенье люблю, да, обязательно. Да, несколько печенье. Вы подходите к сканеру, и вам не нужно уже выкладывать кассовую ленту, все содержимое вашей покупки. А здесь человек какой-то сидит, нет? Нет. Ребята. Вам сказали, что вы просканировано у вас 11 товаров и на какую сумму? Оплата покупки тоже на откупе покупателя. С автоматами можно будет рассчитаться наличными, банковской картой или телефоном с NFC-технологией, но о ней позже. А как же будут отпускаться алкогольные напитки и табак?
Если в содержимом корзины будут определены товары, которые требуют идентификации возраста человека, то терминал оплаты не даст совершить платежную операцию и позволит вынести этот товар до тех пор, пока не подойдет специальный человек, проверит документы. Универмаг – вот то место, где электронные машины, пожалуй, впервые вступят в столь явный конфликт с людьми. Каждые 6 касс будущего будет обслуживать лишь один человек. Уже в 2013 году первый такой магазин откроется в России. Гипермаркет в довольно скромном городе Тёнисфорс – это и есть будущее ритейла. Здесь проходят обкатку передовые для торговли технологии. 30 тысяч жителей города, хотят они того или нет, но участвуют в эксперименте. От их мнения и будет зависеть, в какой магазин завтра придут покупатели всей Германии. Будущее торговли олицетворяет робот-симпатяга Алли, что означает «союзник». Дети легко находят с ним общий язык жестов. Несколько прикосновений к экрану, и стильный потомок R2D2 проводит к нужному товару без шума и пыли. Старшее поколение цифровой навигации предпочитает неспешный обход магазина, тем более, что можно натолкнуться на такой приятный сюрприз, как этот. Станция дегустации вин – это очень интересная затея. Теперь клиент может решить, какое вино купить, ориентируясь не по надписям на этикетке, а опираясь на собственный вкус. У нас 16 вин, которые можно попробовать. 8 белых и 9 красных. И знаете, это самая любимая технология всех покупателей. Тяга к прогрессу здесь ограничена 6 дегустационными порциями. Близкий шум моря и крик чаек – это не последствия мучительного выбора вина, а расположенный неподалеку рыбный отдел. Чувствуете, здесь совсем не пахнет рыбой. Во всех рыбных такое амбре, а у меня только аромат прованских трав. Все это для того, чтобы покупателю было легко и приятно расстаться с деньгами. Процесс покупки теперь больше, чем товарно-денежные отношения. Это приятный досуг. Даже если забыл, что хотел купить, магазин тебе посоветует. Вам нужно просто подойти к нашему автомату с рецептами и выбрать какой-нибудь вариант. Здесь несколько видов кухонь. Вот всеми любимая итальянская. Выбираете блюдо, распечатываете бланк, отдаете его мне, и я подбираю нужные ингредиенты. Но главное – это кассы самообслуживания self-checkout. Покупатели сами считывают штрих-коды товаров. Умная лента включает задний ход, если человек забудет что-нибудь отсканировать. Можно облегчить себе задачу и сэкономить время, если собирать корзину со смартфоном в руке. Суть в том, что благодаря кроссплатформенному приложению мобильник превращается в кассу. Мне больше нравилось, когда были живые кассиры. Я любила переброситься с ними парой фраз, и было проще. Я просто отдавала покупки, а теперь нужно сканировать все самой. Нет кассиров, нет очередей. Мне всегда казалось, что они специально так медленно работают. Уж я бы сам быстрее все сканировал. И знаете что? Похоже, я был прав. Гипермаркет немецкого Тёнисфорста – это своеобразный полигон, где проходят обкатку торговые ноу-хау. Местные жители уже привыкли к кассам самообслуживания, теперь такие установили в 300 магазинах по всей Германии. Вообще-то мы ни одного человека еще не уволили. Мы тестируем такие технологии, как автоматическая касса. Но совсем отказаться от персонала не можем. Не все готовы к будущему. Многим людям требуется помощь при работе с автоматами. Иногда возникают вопросы, на которые может ответить только человек. Работники магазина при необходимости проверяют удостоверение личности покупателя и помогают разобраться с платежными терминалами. Скоро магазинов такого формата будет большинство. Здесь уверены, будущее за развитием технологий мобильных платежей и заказов через сеть интернет.
Под натиском онлайн-торговли меняется формат традиционный. Первыми ветер цифровых перемен почувствовали ритейлеры электроники и бытовой техники. Один из крупнейших в России игроков рынка, MVideo, открыл свой магазин будущего, в котором виртуальное сливается с реальным. Вы можете прийти в магазин, пощупать, проверить отзывы и спецификацию товара, можете поговорить с консультантом и проверить, если он находится в нужной вам конфигурации, в удобном вам месте, заказать его прямо в магазине, оплатить, приехать в магазин и забрать, он будет вас ждать. Магазин теперь в руке покупателя. Все, что нужно, это смартфон с загруженным на него приложением. В будущем товары находятся там, где и потребитель. А точка продаж еще и своеобразный выставочный павильон, где техника сама о себе рассказывает. Вы посмотрели, прочитали, ну, довольно-таки интересно, но вы, в принципе, можете получить гораздо больше информации буквально в одну секунду, используя свой мобильный телефон. Мы можем легко отсканировать QR-код и узнать больше о товаре. То есть в данном случае нам даже не нужно разговаривать с консультантом, у нас будет вся информация буквально на нашей ладони. Или в руках, если смотреть на планшете. Кстати, таблетка – это еще и каталог магазина. На полку ведь весь товар не выставишь. А в цифровом мире он занимает мало места, даже если фотографии высокой четкости. Получается, что зашел в один магазин, а обошел все сразу. Ну, если, например, в этом магазине нет того цвета, который вам нравится, вы вполне можете выбрать любой магазин нашей сети и забрать, он будет вас ждать в сервисной зоне. Ну, или мне просто не хочется с ним ехать в метро, например. Что тоже, в принципе, удобно. Время, когда потребитель бегал за товаром, прошло. Теперь вещь сама ищет себе покупателя. За каждым кликом на сайте или в приложении стоит реальный человек. Очень скоро магазин будет узнавать вас. IT-система запоминает привычки пользователя. Что покупает, чем интересуется, в каком магазине чаще бывает. Затем данные анализируются, и клиенту поступает индивидуальное предложение или скидка. Мы можем сразу вам предложить какие-то предложения, которые основаны на ваших прошлых покупках, товарах, которые вы смотрели. Просто сделать действительно это человечно удобно. И покупка электроники действительно может быть привлекательной, интерактивной и быстрой, если вам это нужно. Технологии позволяют нам действительно понимать и чувствовать наших покупателей и предлагать не только то, что они ищут, а может даже предложить то, что они еще не знают, что им нужно. Но будет удобно. Новые технологии в торговом зале заставляют меняться и всю сопутствующую инфраструктуру. Со склада больше половины всех машин уезжает на доставку интернет-заказов. Этим огромным техноульем управляет компьютерная программа. Она сама рассчитывает потребности каждого магазина в том или ином товаре. Знает, где находится каждая из 2 миллионов единиц техники и куда можно поставить вновь прибывший товар. Система видит свободные ячейки для этого товара и сама распределяет товар после прихода в эту свободную ячейку. По складским улицам носятся бесшумные и экологичные электропогрузчики. Трафик весьма интенсивный, причем во всех плоскостях, поэтому на территории действуют особые правила проезда перекрестков. Перед выездом сигналим обязательно, чтобы знали, ну, то, что кто-то едет. В будущем и этого делать не придется. Хранилища будут автоматическими. Человек даже на погрузчике не будет двигать товары. Так называемый робот будет сам собирать заказы из ячеек. Автоматизация коснется и учета. Сейчас слишком много бумажной волокиты, и люди практически вручную пересчитывают каждую единицу, как на входе, так и на выходе. Повсеместное внедрение меток радиочастотной идентификации позволит значительно увеличить скорость работы склада. Машина проезжает через спецворота, и мы понимаем, сколько в ней товара. Любая операция подсчета товара, на нее уходит секунды. Скорость подбора товара, она важна и для конечного покупателя, в частности, для людей, которые получают товар на дом. А это значит, что на дом покупка будет приезжать быстрее, а в точках продаж всегда будет достаточно любого продукта. Но не умрет ли офлайн-торговля как класс? Нет, в ближайшем будущем не умрет. Да, все больше и больше товаров продается через сеть. И есть люди, которые готовы совершать покупки только в интернете. Но даже им при первом знакомстве с товаром нужно его потрогать. В нашем магазине вы можете играть, смотреть, прикасаться, получить консультацию, узнать все о товаре, а потом прийти домой и купить на нашем сайте. Я и сам так делаю.
В будущем покупки почти всегда будут с доставкой, а магазины уже не будут такими огромными. Но то, что они станут историей, сомневаться не приходится. Ты можешь посмотреть, как выглядит телевизор на картинке в интернете, но ты никогда не узнаешь, как он показывает, пока не увидишь его в реальности. Вот почему физический контакт так важен. Останутся ли в будущем товарно-денежные отношения или снова воцарится натуральный обмен? Будем ли мы ходить на рынок или прилавком станет монитор? Кто будет диктовать цены, частные производители или глобальные сети и гипермаркеты? Это вопрос времени.